Это армейский душ, который к нам приехал из Владимирской области. 80 штук находятся в одной коробке. Активисты добровольческого движения из Владимирской области собрали весомую посылку для военнослужащих спецоперации. В этих коробках 5000 единиц армейских душей. В стороне не остались и студенты опорного вуза. Они помогли доставить гумпомощь в отделении Почты России. Максимальный вес посылки не должен превышать 10 килограммов. Тогда ее доставят на фронт бесплатно. Гумпомощь принимают волонтеры Народного фронта. Почта России дала такую возможность всем жителям нашей страны направлять посылки в Курск бесплатно, объемом до 10 килограмм. И нам сегодня пришло много разных посылок на фронт, объемом до 10 килограмм. Это в основном маскировочные сети и сухие души. Необходимые вещи ждут не только военнослужащие. В поддержке нуждаются и мирные жители прифронтовых территорий. Количество посылок от одного отправителя не ограничено.